Вот меня больше всего удивляет это то, что некую небесную сотню, вот это вот сейчас трагедия в Киеве, траур по этому поводу. А вот то, что на Донбассе произошло и происходит, продолжает происходить, как-то на вооружение не берется. Гибли многих мирных жителей, детей. Как будто бы так и надо. Взяли бы хотя бы раз вот в Киеве провели траур по гибели людей на Луганске или в Донецке. Почему-то этого нету, и наоборот, всячески этому украинская СМИ сопротивляется и дудит в другую дудку о том, что здесь все террористы и сепаратисты. И я не думаю, что это вообще нормально, потому что, ну, лицемерие самое натуральное. На камеру декларировать о том, что якобы жизнь человека наивысшая ценность, бла-бла-бла. При этом гасить по своим мирным жителям. Мне кажется, что это полная какая-то, ну, неадекватщина и все.